четверг в Самарской области пасмурно, без осадков. Днем -2-4 градуса, ночью 5-7, ниже 0. Ветер южный 3-5 метров в секунду. В Сызрани облачно. В светлое время суток -3, в темное 6 с минусом, южный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти на небе тучи, днем -2 градуса, ночью 5, ниже 0. Южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно с прояснениями, днем -3 градуса, ночью -7, южный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 49%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.